Окружная спартакиада среди людей высокого возраста прошла накануне в столице Ненецкого округа. Она приурочена к празднику Дню пожилого человека. Организована совместно общественной организацией Совет ветеранов войны и труда и Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения. В программе соревнований дартс, стрельба, теннис, шахматные и шашечные турниры. Самые сильные, меткие, ловкие пенсионеры собрались в эти выходные в спорткомплексе «Лидер». Здесь прошла традиционная спартакиада, приуроченная к празднику – Дню пожилого человека. По словам организаторов, в этом году участие в соревнованиях приняло рекордное количество учеников – 110 человек. Пожилые люди – это не те, кто еле передвигает ногами, а те, кто активно участвует во всей жизни, кто ведет активный образ жизни. Кроме того, участие в соревнованиях приняли спортсмены высокого возраста из деревень Макарова и Андик, поселка Красное, села Тельвиска. Возраст участников среди женщин от 55 лет, среди мужчин от 60 лет. Самым опытным спортсменом за 80. Я очень рад, что у нас в Ненецком автономном округе сегодня говорили пожилой человек, но это, наверное, тот, который с опытом. Но все-таки мне больше нравятся люди высокого возраста. Это более такая лучшая формулировка. Что вы все активные, и я уверен, что все здесь уже победители, потому что вы все здесь, а не дома на диванах находитесь. Так что, как сказал Вячеслав Кузьмич, всем здоровья и всем удачи. Победители определились в каждом виде спорта среди мужчин и женщин. Всего их более 30 человек. Все они награждены дипломами первой, второй и третьей степени, медалями и ценными призами. Ольга Русул, Владислав Ткачев, телеканал «Север».